первым непросто. Быть первым значит идти вперед, несмотря ни на что. На слова за спиной и камни на пути. Быть первым значит расти. Быть первым значит быть лучше и сильнее. Быть первым значит побеждать. Побеждать самого себя. Эквиум Эвардс. Вечер победителей. Господа, ваши аплодисменты. Ведущие премии — комедийно-импровизационное трио «Просекко». Дайте шума! Покажи Кью и Форбсы, кого-то там ищут. Эквиум пушит людей по полтыщи. Прет эта машина по миру на проломник. Кто в Сибири где-то, то где-то по Питеру. Ставь ребро, вопросы, цели, задания, ниши. Сильные рвут вперед, а слабые вышли. Второй год премия, лучшие рыцари. Пришел здесь, чувствуешь, лидеров дух царит. Да, и чтобы было кому прийти на смену нации. Мы двигаем бизнес и в масштабе наций. Я и сам запускал чаптер ранее. В сознании преувеличивал свои старания. Далее, офис у нас будет даже на Карибах. Покорить мир, ведь это в ваших силах. Да, всем удалось, кто в этой тусе. Эквиум дальше больше, будет. Ну вы в курсе. Вокруг шум, пусть это Эквиум. Все ништяк, вокруг шум, пусть это Эквиум. Все ништяк, вокруг шум, пусть это Эквиум. Все ништяк, вокруг шум, пусть это Эквиум. Все ништяк. Добрый вечер, дамы и господа. Добро пожаловать на Эквиум Awards 2021. Аплодисменты вам, что вы сегодня здесь. Здравствуйте. Привет. Мы приветствуем вас на премии Эквиум. Премия, которая ежегодно подводит итоги и награждает самых ярких инициативных резидентов клуба. Ну, первая номинация. Да, давайте начинать потихонечку. Тогда. Первая номинация, друзья, резидент года, и в номинации представлены. Внимание на экран. В номинации резидент года представлены Павел Сапожников, Магнитогорск. Мария Нарбекова, Санкт-Петербург. Сергей Мироненко, Москва. Илья Калинин, Самара. Алексей Ереська, Ставрополь. Михаил Самуркасов, Санкт-Петербург. Для вручения премии «Резидент года»
На сцену приглашается совладелец самого титулованного бара Восточной Европы «Эль Капитас Бар» Николай Киселев. Пока Николай поднимается, я скажу, что мы были в этом баре. Это прекрасный бар, но мы ничего не помним. Спасибо, что вы ничего не помните. Итак, победитель в номинации «Резидент года» Павел Сапожников, Магнитогорск. Павел Сапожников, город Магнитогорск. Управляющий партнер компании Marketbox и PMG. Друзья, всем добрый вечер. Мы все сегодня с вами такие красивые. Это большая редкость, когда я вижу всех резидентов таких красивых. Это бывает примерно раз в год, честно говоря. Мы с вами большие молодцы. Мы за этот год очень сильно продвинулись. Клуб развивается. Я очень рад, что я к этому приложил какую-то руку, какое-то участие. Спасибо огромное тем, кто за меня проголосовал. И спасибо, конечно же, Татьяне Чайке, которая год назад пригласила меня в клуб. Давайте поддержим Татьяну аплодисментами. Спасибо большое, Павел. Спасибо большое нашим гостям. Я приглашаю на сцену сооснователя клуба «Эквиум» Оскара Хартмана. Оскар! Короткий вопрос. Будешь ли ты сегодня зажигать так же, как тогда? Ну, конечно. Еще хуй. Black Tie – это еще жестче дресс-код для зажигания. То есть будет сегодня Рака Макафо? Ну, все от вас. Вы будете зажигать, ребята, сегодня? Да? Просто мы на всякий случай, Оскар… Будем делать брейк-дэнс-баттл. Мы взяли вот этот трек, он у нас есть. Есть, да? Да. Ну, потому что я могу потанцевать только под него. Я же немец. Если сейчас мы его включим? Давай. Включите. Давайте сейчас тогда сделаем. Древья! Поддержите! Коля, Коля, у тебя бедро! Коля, у тебя суставы! Оскар! Боже мой! Ваши аплодисменты! Оскар! 90 лет, и ты такое делаешь. Да, это круто. Спасибо, потому что последние два дня я получаю такое большое количество удовольствия, такое большое количество веры. У нас еще завтра выступление про единороги, завтра утром. И я просто вижу, что я вот этот год, я вчера решил этот год, я надеюсь, Эквиум присоединиться, посвятить новым отношениям. Чтобы у нас много переплетения было между нами, потому что смотрите, сколько нас стало много, благодаря лидерству Эквиум, благодаря всем вам. Я думаю, сейчас мы набрали количество нейронов, а дальше давайте переплетемся. Если сегодня кто-то не познакомится с минимум 10 новых человек, это плохая вечеринка. Да, знакомьтесь, новые фамилии, новые имена и новые близкие отношения. Меня это безумно радует. Спасибо вам огромное, ребята, за веру в будущее, за веру в вас и за вот такие мероприятия. Спасибо огромное. Мы попросим в таком случае, раз Оскар уже заявил себя как стендап-комик и как отличный спикер, вручить тебе номинацию «Спикер года». Спикер года или спортсмен года? Спикер года. Амбассадор года. Мы торгуемся, Оскар? Оскар, год года. «Спикер года» представлены. Алексей Маликов, Москва. Дмитрий Гриц, Москва. Ирина Якимовских, Екатеринбург. Антон Пищиков, Екатеринбург. Вадим Щербак, Ростов-на-Дону. Алексей Кузьминых, Магнитогорск. Из всех победителей самый победитель — Дмитрий Гриц. Дмитрий Гриц! Победитель в номинации «Спикер года». Город Москва. Кандидат юридических наук, основатель компании «Гриц».
«Жить и партнеры». Спасибо большое. Супер! Спасибо большое! Это было круто! Спикер года! Вы знаете, мне кажется, я хочу свою речь вот на что потратить. Мы поговорим про отношения. На самом деле пару минут, но поговорим. Вот что я хочу вам сказать. Я думаю, что человечество выживало, выживает и будет выживать только за счет отношений людей. И я думаю, что ни деньги, ни власть, а социальные связи, отношения между людьми помогают людям выживать и развиваться, и вообще достигать какого-то успеха. И я хотел бы призвать каждого из вас обратиться к тебе, Эквиум. Я говорю сейчас каждому из вас. Я думаю, что здесь собрались очень крутые люди. И те, кто сюда не доехали, но тоже в нашем клубе, они тоже очень достойные люди. И я думаю, что внутри этого очень достойного сообщества периодически люди могут ссориться. Они могут спорить, они могут дискутировать, могут делать это конструктивно и не очень, но на самом деле они могут терять свои отношения. И я хочу вот что попросить тебя, дорогой Эквиум. Мы часто привыкаем быть правыми. Вообще это наша очень любимая привычка такая. Мы правы. Мы вообще хотим быть правыми. Подумай, пожалуйста, сейчас, есть ли еще человек здесь, в этом зале, по отношению к которому ты когда-то был неправ? Ты не так его интерпретировал, может быть, как-то оценил по-разному, по-другому, не понял, грубо сказал в чате, что-нибудь еще сделал. Подумай об этом. Я призываю и прошу сегодняшний вечер как минимум создать 10 новых отношений и как минимум воссоединить одно. Подумайте, пожалуйста, об этом. Если вдруг вам кажется, что вы поймали себя на мысли, что вы где-то были неправы, подойдите к этому человеку и скажите: будьте сильнее, но сильнее не этого человека, сильнее самого себя вчерашнего, потому что вы вчера этого не сделали, давайте сегодня это сделаем. Я призываю от всей души вас, давайте дружить, правда, давайте разговаривать. Мне кажется, что открытая коммуникация спасет мир. Мне кажется, что адекватных людей не очень много, давайте держаться вместе. Браво! Коль уж здесь Оскар, просто это человек энергия, человек пучок, человек импульс. Поэтому давайте, я хотел бы предложить вам сейчас сделать такую вещь. Повторяйте, пожалуйста, за нами. Тебя обнимаю. Должен сказать, что... Да ладно, потом договорю. Я просто единственный, кто помылся. Илья, мы нашли твоего брата. Подожди. Прости, я был неправ. А телефон мой где теперь? Да, ну что, ребята, на самом деле все так хорошо идет, но я считаю, что для премии все-таки должна быть соведущая девушка. Подожди, Коль, но какая девушка? Во-первых, непонятно, кто это, непонятно, какой у нее опыт работы, может быть, она нам все запорит здесь. Что за девушка, Коля? Ребят, это очень опытная девушка, уж поверьте мне. Вообще, вы, кстати, она опытнее всех нас, как спикер. Да ладно? Да, вы все знаете ее голос, я вам так скажу. Вы даже с ней работали. Привет, Алиса. Привет, Николай. Отлично выглядишь. Спасибо. А где Варнава? Да что ж, почему все спрашивают про Варнаву? Просто я ничего не могу понять. Слушай, ну нет Варнавы, Алиса. Здесь есть Паша Верешкин, Илья Шалашов. Ты их тоже должна знать. Да, их я знаю. А еще знаю, что твой гонорар больше их в 2 раза. Алиса, давай как-то по премии больше. По премии ты с бухгалтером разговаривать будешь. Алис, все, завязывай шутить, пускай это будет Паша Илья делать. Объяви номинацию. Совершить провокацию. Коль, у тебя просто нечеткая дикция. Ну давай, попробуй ты. Алиса, объяви номинацию. Кто вы по нации? Показать картинки. Белорусы в косоворотках. Так, ладно, давайте без Алисы, потому что это уже какая-то не импровизация, а сумбур и вода. Так что, Алиса, объяви номинацию.
в номинации «Амбассадор года» представлены. Внимание на экран. В номинации «Амбассадор года» представлены. Майя Губенко, Магнитогорск. Анна Фомичева, Москва. Владимир Василенко, Новосибирск. Алексей Осинцев, Екатеринбург. Рамиль Гизатуллин, Самара. Александр Доценко, Ростов-на-Дону. Для вручения номинации «Амбассадор года» на сцену приглашается основатель и совладелец Black Star Burger и Free Company Юрий Левита! Я сейчас должен сказать «О май гад!» А, нет, это она должна сказать. Это моя подруга Анна Фомичева. Анна Фомичева! Победитель в номинации «Амбассадор года», основатель группы компаний «Бизнес, логистика и акселератора» до участника «Вэт Ассел Вэт» Анна Фомичева! Добрый вечер! Мой любимый Эквиум! Юра, спасибо, что ты вручаешь эту премию. А я думала, Игорь Владимирович все-таки. Ну ладно, не ошиблась. Итак, самая главная премия – это «Амбассадор года». Я очень рада, что вы за меня голосовали. Но я бы хотела в первую очередь, наверное, знаете, не говорить про корабли бороздят с просторы Вселенной, а рассказать о своей работе как вице-президент по внешним коммуникациям. И сказать вам о том, что, знаете, Эквиум для меня – это большая семья. И не потому, что я говорю. Знаете, мы из Владивостока такие странные люди, очень, очень душевные. Кто был у меня в Крыму? Кто был у меня в Крыму? Знаю, да, что я очень душевная. Я правда, у меня не было таких друзей, как вы. И за год я скажу, что я благодаря вам стала настолько лучше. Короче, я на сегодняшний день вице-президент Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей. Я позавчера была у Путина. Реально! Я стала председателем правления комитета по ВЭТ и цифровизации в деловой России. Но суть в том, что, вы знаете, для меня это все очень ответственно. Я, знаете, если что-то делать, то всегда на 100%. И поэтому я хочу, знаете, я твердый предприниматель в каком плане? Корабли бороздят просторы Вселенной. Но у нас чайный бизнес-форум, в первую очередь, 8-9 февраля, и у вас у всех билеты класса VIP. Для того, чтобы вы пришли, потому что я одна из немногих, кто смогла участников в 1000 человек собрать в офлайне. Юрий будет выступать. У нас будут стоять стенды. Потому что я считаю, что это самое важное, чтобы мы объединялись именно так. Мы помогали друг другу. Я за помощь, а не просто. Да? И хочу вам сказать, что в первую очередь я считаю, что мы с вами, не то что большая семья, как говорят многие сообщества. Мы с вами люди, которые реально помогают друг другу. И на чайном бизнес-форуме я хочу доказать или показать это. Мы презентуем Digital Vet. Сергей Сергеевич, а ты здесь? Нет, точно. О, Сергей Сергеевич Бекренев полтора года назад поверил в мой проект Digital Vet и инвестировал. Ну, я не буду в подробности, но суть в том, что это однозначно единорог, который взорвет мир Веда. Потому что, когда я была маленькой девочкой, 18 лет попала в порт первый раз, я сразу поняла, что я хочу сделать что-то великое. А вот Сергей Сергеевич это сделал и помог мне. Поэтому Эквиум – это не только про обмен опытом, но это про совместные проекты. Я очень волнуюсь. Я выступаю 10 лет. У меня такие форумы были безумные. Но я первый раз волнуюсь. У меня вопрос. Я реально не знаю. Ань, не переживай, мы до 12 здесь. Так да, что я просто реально не знаю. Я хочу вам сказать спасибо, за Игорь Владимирович, за то, что вы создали с Оскаром этот клуб. И спасибо. Все. Все. Спасибо большое. Следующая номинация – «Социальный проект года», и в номинации представлены. В номинации «Социальный проект года» представлены Илья Новиков,
Екатеринбург. Константин Николенко, Магнитогорск. Илья Руднев, Самара. Евгений Гордеев, Москва. Расул Валиев, Краснодар. Михаил Коренев, Ростов-на-Дону. И традиционно социальный проект года мы хотим пригласить, вручить руководителя Рыбаков фонда Екатерину Рыбакову! Ваши аплодисменты! Очень приятная традиция, почетная миссия вручать премию победителю «Эквиум» за лучший социальный проект года. Когда в этом году объявили, что премия состоится в этот день, 5 февраля, я сначала подумала, что мне испортит день рождения, а потом быстро поняла, что это, наоборот, мне подарок. Это лучший мой день рождения за всю мою жизнь. Спасибо! Никогда не было столько восхитительных гостей. Спасибо большое. Спасибо большое, Екатерина, что вы оплатили весь этот банкет. Замечательная вечеринка. Очень приятно. Обращайтесь. Я одна не знаю, кто здесь. С днем рождения! Спасибо. Но речь не обо мне сейчас. Речь о лучшем социальном проекте. Хочу понять, к социальным проектам все-таки отношение менее значимое, чем к бизнесовым. Но по большому счету все, что мы делаем, мы же делаем ради своей жизни, ради того, что нас окружает, какая жизнь, в том числе и социальная, нас окружает. И мне кажется, очень важно и легко думать о социальных проектах, когда мы помним, сколько людей и социальных проектов вложили сил, энергии, любви, души в нас самих, в то, чтобы мы состоялись, начиная с наших учителей, врачей. И поэтому я очень горжусь нашим победителем. И это Илья Руднев. Победитель номинации «Социальный проект года» Илья Руднев, Самара! Основатель экосистемы для предпринимателей, бизнес-гарант и благотворительного фонда «Дело жизни». Я всегда говорил, что мы все родом из детства. И все наши искренние настоящие «хочу», они находятся оттуда. Вы знаете, вот сегодня, сейчас я дал себе возможность почувствовать, что маму можно вернуть. Вы знаете, она рано ушла, у меня не было возможности. И вот благодаря таким моментам это мне удается. И это является на сегодняшний день одним из самых главных драйверов в моей жизни. И я очень благодарен вам за ваше доверие. Для меня это все очень ценно и важно. И я хотел бы вам пожелать, чтобы все вы не предавали свои детские мечты, чтобы верили в чудеса. Я хотел бы задать вопрос, это, кажется, а вы помните свои настоящие, такие искренние детские «хочу»? Вспомните их и идите в них. И отдельно, кстати, хочу рассказать одну историю, что в 41 год я почему-то вспомнил тот случай из детства, то обещание. И мне стало больно, что я не выполнял обещания. Ну, жизнь мне благодарна, наверное. Я встретил Игоря Владимировича Рыбакова, потом Катю. И вы, как ролевые модели, ну, точно показали мне путь. И то, что сейчас происходит, то, что моя деятельность в Эквиуме, это наполняет меня смыслом, это дает мне энергию. И вы знаете, что вот особенно последний год я чувствую такую силу, такую мощь, потому что это все настоящее «хочу». Я такой счастливый человек, Катя, я хочу вам прям именно благодарен, потому что, ну, я думаю, что я знаю историю, как вы повлияли на Игоря Владимировича, что
то, что сейчас он делает, это во многом ваша заслуга. И я на самом деле прям вам искренне благодарен. И хочу пожелать вам, чтобы ваше дело росло, ваш там, пятый ребенок, Рыбаков фонд, процветал. Потому что на самом деле это очень значимо. И я это как лично точно, я вам огромную благодарность, потому что меня уже не остановить, вы мне такой импульс придали. Спасибо. Илья Руднев, победитель в номинации «Социальный проект года» и Екатерина Рыбакова. Мы хотим предоставить слово партнерам бизнес-сообщества Эквиум, Рыбаков Play School. И на сцену приглашаются сооснователи Рыбаков Play School Николай Панкратов и Денис Кощеев. Ваши аплодисменты! Ваши аплодисменты партнерам! Доброго вечера, друзья. Во-первых, спасибо вам за эту честь быть сегодня рядом с вами на этом важном, очень важном мероприятии. Мне кажется, что на самом деле не все из вас представляют, какой частью силы они являются. На самом деле за всю историю цивилизации человечество придумало не так много способов, не так много социальных феноменов, которые бы позволяли осваивать новые горизонты, вгрызаться в горы, открывать новые материки, запускать ракеты к звездам. И эта сила — это предприниматели. Это мощь, это энергия. Это одно из самых важных социальных явлений на планете. Я очень горжусь тем, что сегодня мы рядом с вами, но есть место в мироздании, где сегодня очень не хватает самых энергичных, самых мощных людей, и это пространство образования. Самые важные года в жизни любого ребенка, вашего ребенка, любого ребенка, который рождается на этой планете. И мы сегодня хотели бы поблагодарить друзей из Эквиума, которые уже сегодня подключились к тому, чтобы сделать мир вокруг себя лучше. Денис? Мы точно тому резиденту дали премию за лучший спич. Вот, если что, у нас закон джунглей можно в коридоре отобрать. Да, да, закон джунглей. Да. Все, всем привет еще раз. Денис Кощеев. Слушайте, мы хотим сейчас поблагодарить несколько резидентов, вызвать их на сцену и вручить им премию Рыбаков Play School Friends за то, что они подключились к нашему делу и с нами вместе двигают и помогают Рыбаков Play School. Сейчас на эту сцену я хочу позвать быстренько Руслана Сухи за пропаганду Рыбаков Play School и за учредителя школы. Также я хотел бы позвать на эту сцену Светлану Чинарову за помощь в проведении маркетингового исследования и изучения клиентов Рыбаков Play School. Ребята, активно! Ваши аплодисменты! Также я хотел бы позвать Антона Васильева за проведение проектных инженерных работ в детском саду и школе Рыбаков Play School Кутузовский! Хочу поблагодарить этих ребят, нет, они по объективным причинам отсутствуют, Павла Фролова за масштабирование Рыбаков Play School и Диму Несмеянова за инжиниринг, его вовлеченность в этом. Спасибо, друзья, Рыбаков Play School Friends. Слово Руслану. Я хотел поделиться таким моментом, важным для меня. Мне не нравится, что происходит в стране. Мне очень не нравится. Мне не нравится, как действуют власти на местах. Поднимите руку, пожалуйста, кому тоже не нравится, что сейчас происходит. Я вижу, есть такие люди. Также я вижу люди, которые опасаются поднять руку. И мне это тоже не нравится. России противопоказан революционный путь. Мы это проходили, ничего хорошего не получилось. Все изменения в стране, которые есть, и должны быть, они должны быть системными и начинаться с семьи, из дома. Со школы, с детского садика. И у нас с Игорем Владимировичем Рыбаковым есть замысел влиять на воспитание детей через школы, через детские сады. Мы уже сейчас создаем школы по всей стране. И я хочу, чтобы будущие взрослые, когда приходили на государственную службу, они служили Отечеству. Будущие предприниматели были социально ответственны. И мы сейчас это уже делаем. И у каждого из вас есть возможность присоединиться. Потому что Эквиум — это про изменения. Мы все сюда пришли, чтобы меняться. У нас у всех есть запрос на изменения себя, окружения и нашей страны. Спасибо. Спасибо большое! Рыбаков Play School
Вам... Присоединяйтесь! Посмотрите, это герои наши! Рыбаков Let's Go Friends! Вы присоединяйтесь, друзья, к нашему клубу! Аплодисменты! Рыбаков Let's Go Friends! Следующая номинация. Давайте будем двигаться. У нас сегодня много всего еще впереди. Инициатива года. Коль, у меня на этот случай есть тоже инициатива. Так как мы все меняем, вообще новая премия, это мы уже, понятно, заявляли. Так. Есть предложение. Следующую номинацию будет вручать человек, который готов за нее больше всех заплатить. Аукцион! Друзья, вы получаете право выйти на сцену, красиво мы вас объявим, ваше имя, все тут сфотографируют, скинут вам фотки и, ну, прочитать имя. Мне кажется, классно. И так как все суперуспешные, начальная цена 1000 рублей. Сейчас, Паш, погоди. Чтобы это не звучало сейчас как мошенничество, мы должны сказать, что все эти деньги отправятся в благотворительный фонд. 100%. Что это не тебе. 100%. Благотворительный фонд. Кто готов? Так, вот есть раз рука, давайте. 1000 рублей есть. У вас есть 1000? Так, шаг будет 1000 рублей. Есть 1000, кто готов? 2. 2 есть. Так, 10? 10 есть 10, кто больше 10? 50? Есть кто больше 50? 100! Боже. Кто это сказал? Я уеду. Это явно не резидент. Нет, смотри, 100 тысяч надо говорить. 100 тысяч раз. Как вы здесь? 100 тысяч два. Одумайся. 100 тысяч три. Продано! Так. 100 тысяч рублей. Объявление следующей номинации. И... Продано! Ура! Итак, кто представлен у нас в номинации? Друзья, внимание на экран. В номинации «Инициатива года» представлены Феликс Бедненко, Москва. Алексей Бельский, Екатеринбург. Александр Мезенев, Москва. Василий Пашин, Ульяновск. Алексей Салькинов, Москва. Алексей Маликов, Москва. Вручать премию «Инициатива года» будет самый щедрый резидент клуба Виталий Осипов! Ваши аплодисменты! Друзья, победитель в номинации года Василий Пашин, Ульяновск. Василий Пашин, город Ульяновск, основатель компании «Утенок» с инициативой «Маркетплейсы». Друзья, спасибо. Немножко с юмором, а серьезным. Я как производитель детской одежды скажу о серьезных сейчас вещах, которые в том числе будут влиять на мой бизнес, но это серьезно. А в большой России, я ее называю бывший Советский Союз, за последние 50-70 лет было сделано абортов больше, чем во всем мире вместе взятом. Подумайте об этом. Мы у себя в Ульяновске поддерживаем Симбирское общество милосердия. Мы те женщины, которые приходят делать аборт, мы их убеждаем не делать этого. Мы им помогаем, обучаем их, даем финансы, даем какие-то еще вопросы. Прежде чем вы будете давать благотворительную помощь бездельникам и пьяницам, подумайте о детях, которые могут родиться благодаря вам. Не в смысле в таком настоящем, то есть, да, а про это вот. Подумайте об этом. Наша страна как никогда в этом нуждается. Как сказал великий человек, плодитесь и размножайтесь. Спасибо. Спасибо. Ваши аплодисменты. Спасибо большое. Друзья, раз так получилось, что
чисто случайно мне слово, я вообще даже не ожидал, да? В «Эквиуме» в прошлом году я взялся за инициативу «Карма и духовное развитие». Я в этой области очень развиваюсь. И, друзья, хочу сказать просто два слова. Будьте добрее и любите всех вот безусловной любовью. Любовь спасет вообще... мир, спасет отношения, спасет и страну, и «Эквиум», и всех. Просто будьте немножко добрее и любите друг друга. Спасибо. Спасибо. Виталий Осипов! Продолжим. У нас следующая номинация – это особая премия «Ed Heroes». «Education Heroes» – это целый проект. Мне посчастливилось участвовать в его организации в том году. Это было непросто, но человек, который все это справился с этим, все это организовал, я попрошу выйти сюда и рассказать об этом прекрасном проекте, эту прекрасную девушку. Директора «Ed Heroes Association Liechtenstein» Елена Морозова! Елена! Илюк! Добрый вечер, друзья. Я очень рада всех видеть. И сегодня мне выпала честь вручать награду настоящему герою за образовательный проект. Вообще, движение «Ed Heroes» — это глобальное общественное движение, которое объединяет тех, кто верит, что образование — это самый эффективный и самый приятный способ изменить мир к лучшему. Российским хабом движения стал Рыбаков фонд в этом году, который и определил победителя. Ну что? Не буду вас больше томить. Победитель в номинации «Ed Hero 2021» Юрий Усков. Победитель номинации «Education Heroes» Юрий Усков, Йошкар-Ола, основатель IT-компании iSpring. Я хочу, чтобы ты принял поздравления от представителей адвайзера борда «Ed Heroes Movement» Сухеты Бхат. Это лидер фонда «Dream a Dream», которые помогли уже более 1,5 миллиона детей из неблагополучных семей Индии и обеспечили их доступом к образованию. Пожалуйста, видео на экран. Dear Yuri, the «Ed Heroes Advisory Board» would like to congratulate you on winning the «Ed Heroes 2021 Equium Awards Prize». Through the years, you've made an immense contribution to the field of education. You've given your time and resources to ensure a better future for the next generation. We want to express our gratitude and sincere admiration for your work. We hope this prize will uplift you and inspire you to continue on this wonderful journey. Congratulations. Мы поздравляем, присоединяемся к поздравлениям, Юрия. Что можно сказать? Мы все с вами понимаем, что бизнес – это важно. И бизнес сегодня строит процветание, там, благополучие, но то, что будет завтра, немножко не от бизнеса зависит, а от того, какими будут следующие поколения. И если мы хорошо в этом поле поработаем, это гораздо более значимо и важно, чем бизнес. И очень круто, что у большинства людей здесь это очень сильно отзывается, и уже многие создают школы, детские садики, и думаю, что вот это, может быть, со временем станет главной повесткой, зачем мы здесь вообще собрались. Спасибо. Спасибо большое! Юрий Усков, победитель номинации «Ed Heroes» и Елена Морозова! Браво! Итак, друзья, сейчас будет медитация. Закройте ваши глаза. После этой медитации вы станете богаче, не удивляйтесь, это возможно. Сядьте в позу лотоса или любого другого дорогого цветка. Представьте, что вы стали самым богатым человеком на Земле. Джефф Безос занимает у вас деньги до зарплаты. Вы на майские путешествуете с Илоном Маском на Марс. Денег настолько много, что вы стали задумываться о смене фамилии на Рыбаков. Представьте, что вы смотрите на линию горизонта, и сейчас вам всем нужно повторять за мной фразы. Смените фамилию
поздравляю вас. Вы только что стали богаче. Аплодисменты себе, Павел. Я чувствую, Работает, это работает. Я чувствую этот приток, ну а мы переходим к следующей номинации. И в номинации «Спортивные достижения представлены». В номинации «Спортивные достижения года представлены». Дмитрий Демчук, Москва. Дмитрий Горбачев, Ставрополь. Станислав Щербаков, Москва. Николай Котенков, Санкт-Петербург. Алексей Норкин, Краснодар. Александр Авакянц, Москва. Следующего вручающего, я думаю, нужно объявить. Давай. Именно так. На сцену приглашается президент промоутерской компании Fight Night Камил Гаджиев! Мне было, кстати говоря, интересно почитать досье на каждого из номинантов. О них я знаю, ну, теперь, наверное, немножко больше, чем каждый из вас, хотя ни с одним лично не знаком пока. Но я не знаю имя победителя. И вот на основании тех характеристик, которые я слышал о нем, я пытаюсь угадать, кто этот человек. Я рад, что сегодня существует тренд на здоровый образ жизни. Я рад, что эта премия этот тренд поддерживает. Давайте узнаем, кто счастливчик. Этот человек – отец четверых детей. Николай Котенков. Победитель номинации «Спортивное достижение года». Город Санкт-Петербург. Николай Котенков. Основатель компании «Роскедр». Уже выходя из дома, подумал, что надо все-таки какой-то индустриальный приз вручить, еще особенный. И у меня на полке лежат подаренные мне, но мы потом напишем здесь твое имя, надеюсь. Здесь его нет, здесь есть просто автограф от Хабиба Нурмагомедова. Пусть теперь хранится у тебя дома. Всех благ. Спасибо. Крутой подарок от Камила Гаджиева, спасибо большое. Я за мультиспорт, поэтому теперь есть у меня и чем еще заниматься. Наверное, как и многих ребят, здесь меня часто спрашивают единомышленники и ребята из предпринимательской среды, как у вас там в Эквиуме. На что я всегда отвечаю, что это не понты и тусовки, это немного другое. И вот, на мой взгляд, благодаря вектору, который задал Оскар, Игорь Владимирович, и, безусловно, их жены, я хочу сказать, что наш клуб, безусловно, сопряжен со здоровым образом жизни, с здоровым отношением к семье, к партнерам и вообще к жизни, к здоровому отношению к жизни. А это такой очень много включающий в себя, так скажем, момент, элемент. У каждого человека в жизни бывает период, когда хочется быть полезным. И благодаря этому, или ввиду этого, я начал вести свой спортивный блог для того, чтобы как-то позитивно влиять на своих близких, на ребят вокруг. Это, безусловно, и сдвинуло с места меня. И в этом году я пошел дальше и захотел какую-то почувствовать большую причастность к развитию спорта в стране. И моя компания стала на сегодняшний день спонсором некоторых мероприятий по боксу с Николаем Сергеевичем Валуевым, беговых мероприятий, горных, ультрамарафонов. И я чувствую, что это способствует развитию, популяризации спорта. И вот тут, на этом моменте, у меня есть небольшой инструмент, которым я хотел бы поделиться. Если хоть кто-то его применит, то это будет не зря. Мы все производители. Мы все предприниматели здесь, производители товаров и услуг. И на самом деле
совсем не обязательно финансово быть спонсорами, финансово спонсировать и потом переживать, как позволил бы себе Игорь Владимирович, чтобы никто не спиздил. Позволю себе немножко так в вашем сказать, амплуа свободно разговаривать, как свободный человек, и это вот по-русски, по-нашему. Поэтому момент в том, что я нашел для себя возможность не контролировать это. Мы можем товарами своими и услугами пополнять призовой фонд. А это уже отличное подспорье для организаторов различных мероприятий, потому что у них и так много сложностей. Они просто не будут на призовой фонд денежные средства тратить. Плюс, чем шире призовой фонд, тем больше популяризация, тем больше внимания от атлетов, от ребят, спортсменов, которые приедут поучаствовать. Кстати говоря, у нас в Эквиуме отлично получается организовывать, создавать ивенты. Это спасибо отдельно Егору и команде за каждое мероприятие, которое у нас проходит. А что, если немножко так подумать, помечтать, нам создать свою гонку, например, или что угодно, спортивное мероприятие, которое позволит всем ребятам быть, сплотиться и быть здоровее. Например, если мы объявим об этом мероприятии, то за год, то целый год точно кто-то из вас будет готовиться. И это уже тоже не зря. Но на самом деле можно и проще. Начать с себя и быть отличным примером. Спасибо. Спасибо большое! Николай Котенков, Санкт-Петербург. Когда говорил про партнеров, все время ко мне поворачивался. У меня новый спонсор в лиге, я так понимаю, да? Сейчас через полчаса нетворкинг начнется, обсуждаю. Отлично, новый партнер на сцене под ваши аплодисменты. Камил Гаджиев и Николай Котенков. Мы переходим к следующей номинации. Следующая номинация – «Бизнес-решение года». И в номинации представлены. В номинации «Бизнес-решение года» представлены Дмитрий Шуховцев, Екатеринбург, Евгений Осиновский, Ставрополь, Юрий Бажаров, Ростов-на-Дону, Сергей Бекренев, Москва. Мария Гришай, Краснодар. Никита Вахмянин, Краснодар. Для вручения номинации на сцену приглашается генеральный партнер премии Эквиум Awards 2021. Инвестиционная компания Freedom Finance. Единственный брокер России, чьи собственные акции торгуются на американской бирже NASDAQ. Дамы и господа, под аплодисменты директор по маркетингу Freedom Finance Андрей Куц и заместитель директора департамента инвестиционного консультирования Freedom Finance Вячеслав Степанов! Встречайте аплодисментами! Наши генеральные спонсоры! Давайте мы сначала, наверное, подогреем градус, потому что мы все-таки не с пустыми руками, так вот у нас принято. Подогрейте градус, вы будете материться? Нет. Мы будем, наверное, расскажем о нашем подарке, прежде чем объявим победителя номинации. Во-первых, хотелось бы поблагодарить правление клуба «Эквиум» за оказанное доверие. Это на самом деле большая честь быть другом и партнером одного из самых крупных и мощных бизнес-сообществ в стране и вручать награду его резидентам. Отдельно хотел спасибо сказать Ане Фомичевой, этой замечательному человеку и моей подруге, которая познакомила меня с клубом «Эквиум». Так, немножко о подарках. Мы представители банковской индустрии, да, и ни для кого не секрет, что современная банковская индустрия России – это одна из самых лучших и технологичных во всем мире. Да, это признанный факт, это по праву так. Ее строили, ну, по-своему, очень уникальные люди, и несколько лет назад был издан альманах, в котором ключевые представители индустрии рассказали о том, поделились своим опытом и мудростью в построении бизнеса. Один из экземпляров, а книга, кстати, редкая, издание редкое, то есть это 2000 экземпляров, ее на полке не найти точно. И мы посчитали, что подарив
вот такой подарок. Это будет поистине ценная история для одного из резидентов клуба. И в рамках дружественного жеста победителю данной номинации мы дарим годовое обслуживание по программе Private Banking Freedom Finance, которое будет в себя включать, в общем-то, самые элитные статусы обслуживания. В карточных продуктах это будут бизнес-залы, это будут консьерж-сервисы, это будет налоговый консьерж, это будут различные программы лояльности, которые я буду, наверное, персонально даже курировать, в рамках которых мы максимально покажем, на что мы способны как банк. Я думаю, нам это будет очень приятно. Здесь аплодисменты. Сделать. Это круто. Браво. Это круто. Это круто. Победителем в номинации «Бизнес-решение года» стал Евгений Осиновский. Номинация «Бизнес-решение года». Победитель Евгений Осиновский, Ставрополь. Сооснователь CEO Group компании «Оптсервис». Честно сказать, даже не ожидал. Потому что, когда смотрел номинацию, много ребят, которые добились успеха и по цифрам, наверное, больше, чем мы. Я общаюсь с многими предпринимателями. Многие знают, что я лидер региона Эквиум СКФО в сообществе уже 5-й год, почти 5 лет. И четко могу сказать, что успешный предприниматель – это тот, кто слышит идею, узнает и тут же начинает ее реализовывать. Вот когда я пришел в бизнес-сообщество в 2017 году, я не понимал, как двигаться. Такой был стеклянный потолок непонятный. И за эти годы Эквиум для меня, вы не представляете, сколько много дал. Конечно, не только в плане бизнеса, но если говорить о росте, то все изменения, все улучшения, весь рост – это благодаря вам, каждому предпринимателю, который здесь есть. Спасибо большое основателям. Игорь Владимирович Рыбаков, Оскар Хартман, Егор, Илья, ребята, вы все молодцы. Спасибо вам огромное. Для того, чтобы компания становилась успешной, огромное достижение – это собрать команду. Поэтому я лишь делаю 10% своей компании, в основном это все команда. Спасибо моей команде, которая делают, поддерживают, и в ваших бизнесах, думаю, аналогично. Спасибо большое, очень спасибо приятно. Вам. Спасибо вам. Спасибо большое, Евгений Осиновский и наш генеральный спонсор – компания Freedom Finance. Мы подобрались к самой как важной, ценной, значимой номинации, да. Собственно, этих людей вы прекрасно знаете, я даже много слов можно сказать, и все про них говорят, а мы, собственно, просто их позовем. Сооснователь клуба «Эквиум» Игорь Рыбаков и управляющая Рыбаков фонда. Премия «Семья года». «Семья года». Игорь Владимирович, есть предложение узнать номинантов на премию «Семья года». Внимание на экран. В номинации «Семья года» представлены Анна и Владимир Городенкер, Екатеринбург. Андрей и Татьяна Чирва, Ростов-на-Дону. Илья Рожков и Александра Ахметшина, Санкт-Петербург. Татьяна и Валерий Демины, Оренбург. Александр и Анастасия Зайцевы, Самара. Александр и Камила Янковские, Краснодар. Кирилл и Екатерина Александровы, Нижний Новгород. Светлана Шахрай, Ставрополь. Султан и Аида Джумагишиевы, Дагестан. Артем и Светлана Губины, Москва. Я хочу всем вручить эту номинацию, да, поэтому зачем вы нас такими муками
муками мучаете, значит, это самое, да? Да. Видите, как мы вышли, да? Вот эта номинация «Семья», ну, она какая-то особенная, да? То есть, действительно, обычно говорят бизнесмены, предприниматели, да? Ну, мы вообще мало говорим о семье, ну, редко говорим. Хотя, на самом деле, семья – это какая-то такая платформа и вообще основа. Невидимый фронт, я бы сказал, да? Поэтому я позвал Катю, чтобы Катя помогла мне, да? Поэтому я хочу прочитать эти стихи Кате и всем вам, да? Для нас, для семей. Для семей, чтобы мы обратились, ну, давайте так, в основном мужчины, да, к своим девушкам, да, редко когда девушки. Но вот я хочу такой стих прочитать, чтобы мы все сейчас прочувствовали что-то важное про семью. Светло-пушистая, снежинка белая, какая чистая, какая смелая. Друзья мои, поблагодарите своих вот не половинок, а на самом деле основных ваших партнеров, кто вас всегда любит, поддерживает и так далее. Семья – это самое важное, и я очень благодарен Кате. Сегодня 25 лет рождения нашей семьи. Сегодня серебряная свадьба. Мы ее решили так отметить, вы поняли, да? Сегодня день рождения Кати, и сегодня день рождения нашей семьи. И я хочу сказать, Катя, спасибо тебе, что ты позволила мне проявить природный дар создания программного обеспечения своего «я». У меня неплохо ведь получается, да? Но это не у меня, это у нас, Кать. Спасибо тебе, поэтому номинацию, пожалуйста, ты объявляешь. Так кто победил? Я тоже два слова скажу. С днем рождения нашей семьи, Игорь. Спасибо. Спасибо, что мы с тобой провели все это время вместе. Оно, с одной стороны, как будто бы было всегда, с другой стороны, как один миг. И ни разу мне не было скучно. И спасибо за то, что ты учишь всех нас. Я думаю, ко мне присоединится зал. Жить не для себя, а для встречи с собой настоящим. Победитель в номинации «Семья года» Александр и Камила Янковские, Краснодар. «Семья года» Equim Awards 2021. Александр и Камила Янковские, Краснодар. Александр Янковский, основатель Янковский Шоп и сооснователь Янковский Групп. Ребята в браке 15 лет и у них четверо детей. Поздравляем! Друзья мои, это Кате я забыл подарить букет, да, это тебе на день рождения и день рождения нашей семьи. Друзья мои, вы знаете, когда вот такой приз «Семья года», да, сейчас будет ответное слово, пожалуйста, подготовьтесь, пожалуйста. Но вы знаете, где-то там в сердце, в сердцах, в душах уже поселился зародыш или нуклеация, ну как бы это ни называлось, да, новой школы. Да, Play School, она где-то вызревает. Ну, вы поняли, да? Поэтому поаплодируйте ребятам, они уже где-то там зреют к этому. Давайте создайте среду, чтобы они зрели быстрее. Ну. Ой, ребята, прям вообще слов нету. Отдаю хранительнице очага, как говорится, награду. Хочу, во-первых, поблагодарить вас всех и каждого. Каждый из вас со всех регионов, многие из вас нас знают. За то, что вы проголосовали, у меня супруга до последнего не верила, а я все-таки в душе говорил, подожди. Сегодня Игорь Владимирович, мы на сцене встретимся. Он говорит, я вообще не знаю, кто там будет. Я говорю, должно быть. Поэтому еще раз огромное вам спасибо. Это такая энергия, счастье оказаться здесь. И хочу рассказать вам одну маленькую историю. Ну, почти год назад на предыдущем Equim Awards мы с супругой тоже здесь были. Она стояла, смотрела и говорила, слушай, я так хочу оказаться на этой сцене, но, наверное, я нет. Но тебе обязательно надо что-то сделать. Я открыл новые магазины, я сделал коллаборации с нашими резидентами, мы открыли новые направления, я что только не делал. Даже в хоккей играл, номинацию «Спортсмен года» не прошел. Уже в конце думаю, ну что делать?
Я понимаю, у вас было 3 ребенка до этого. 4 было. Не, я думал, 4 это было поводом показаться. Ради номинации. Ну и вот в итоге, благодаря вам всем, родилась эта номинация, и мы победили. Я очень благодарен вам и всем семьям, которые формируются, потому что Эквиум – это семья, семья – это ценности. И на самом деле очень здорово, что есть возможность вместе с супругой посетить мероприятие, вместе развиваться. Теперь уже и детям нашим можно и в школы, и в садики, и уже университеты, Игорь Владимирович. Говори, говори, не останавливайся. С этого места поподробнее. Да. Ребята, огромное вам спасибо. Я вас всех люблю, я обнял. Всем добрый вечер. Наверное, я та самая жена, которая попала на сцену благодаря своему супругу. Я тебе благодарю за это. Это действительно была моя мечта. Она сбылась. Теперь мне есть что рассказать своим детям. Браво! Спасибо большое! Спасибо вам! Есть два, возможно, знакомых вам человека, которые хотят сказать пару приятных слов. Я приглашаю на эту сцену Егора Евланникова и Илью Руднева. Президента клуба «Эквиум» и хранителя ценностей Игоря Рыбакова, Егора Евланникова. Как вам такая должность? Хотел с вами поделиться таким искренней историей. До того момента, когда я пришел в «Эквиум», я почему-то думал, что семья – это вообще что-то другое. И я думал, что я вообще никогда не женюсь. Ну, представляете, была у меня такая убежденность. Я такой думал, ну вот, я вроде волк-одиночка, искатель какой-то. Но как «Эквиум» работает? Ведь мы же сообщество ролевых моделей. И просто день за днем, находясь в поле таких людей, такой семьи, как Игорь, Екатерина, Оскар и Таня, моя жизнь начала меняться, и вообще мой мир преобразился. И уже больше года назад я сделал предложение, мы поженились с Настей, с моей супругой. И я могу точно сказать, что «Эквиум» — это не только про бизнес, это про самую настоящую жизнь. Я благодарю вас, потому что вы настоящий пример для меня. И я надеюсь, что для многих в нашей стране, которые поймут, что семья, наверное, это самое важное, что есть у нас. Спасибо вам большое. Вот сейчас, когда я вчера объявлял про портрет «Эквиумца», подавляющее большинство, больше 90% – это семейные люди. У каждого есть 2 ребенка. И, вы знаете, так много историй в «Эквиум» случается. Многие, Егор, как ты, приходят в «Эквиум», форум, группу всех докторов, они говорят, ты же не представляешь, что у нас происходит, мы тоже женимся и выходим замуж. То есть «Эквиум», казалось бы, да, предприниматели, но нет, на форумах на самом деле обсуждаются личные вопросы, потому что это очень важно. Вы знаете, хотел бы сказать вам просто про ваш пример, потому что сегодня много говорилось про отношения. И на самом деле у вас такие длительные отношения. Я знаю много историй, главное, которые вы рассказывали, как вы боролись за свои отношения. Это пример, что если мы хотим, чтобы у нас была длинная, такая качественная, живая история семейной жизни, в отношения нужно вкладываться. И вот пример того, как это нужно делать, как Катя боролась, как Игорь Владимирович сейчас проявляет свою любовь через песни, через танцы. И реально я вот смотрю и понимаю, что вы настоящие ролевые модели. И то, что вы сейчас делаете для детей, там, школ, детских садов, это же все про семью. Это одно слово – семья. И я вам безгранично благодарен за тот опыт, который есть. И еще раз, когда вы вместе, хочу сказать именно спасибо вам, семье, вот лично от себя, потому что, ну, это бесценно, я очень вас уважаю, и я думаю, что каждый из вас это тоже ваш. Давайте похлопаем еще раз, потому что, ну, спасибо вам. Спасибо большое, еще раз ваши аплодисменты, Игорь Рыбаков, Екатерина Рыбакова. Спасибо огромное, да. Для меня и для Игоря, думаю, тоже семья – это то, что стоит на вершине пирамиды ценностей, это высшая ценность. И это то, ради чего мы каждый день просыпаемся и делаем то, что мы делаем. И вообще семья, мне кажется, это дом для каждой новой души, которая приходит в этот мир. Это, безусловно,
то место, куда семья, да, когда ребенок приходит. И я очень рада, что здесь сегодня наши девочки, девчонки. Благодаря детям каждый из нас имеет шанс не забыть о том, что мы тоже когда-то были детьми. Это большое счастье. Спасибо. Ребят, у меня есть что добавить. Только два слова. Катя, я тебя люблю. Браво! Следующая номинация не менее важная – «Вице-президент года». В номинации «Вице-президент года» представлены. В номинации «Вице-президент года» представлены. Анна Фомичева, Москва. Антон Катков, Самара. Евгений Осиновский, Ставрополь. Александр Мезенев, Москва. Александр Синеркин, Ульяновск. Сергей Ружейников, Самара. Для вручения следующей номинации по принципу преемственности мы пригласим X-вице-президента. Можно было говорить об его заслугах в предпринимательстве, но вы все были на этом мероприятии, и я хочу подсветить именно это, потому что у меня тоже год начался именно с важного и срочного, в том числе благодаря кому это появилось. Борис Альхимович приглашается на сцену для вручения этой номинации под ваши аплодисменты. Краток, действительно, я был вице-президентом, так уж повезло. И сегодня нужно вручить номинацию вице-президенту. Знаете, друзья, я думал, что я скажу, и понял. Быть вице-президентом – это самое лучшее, что можно делать в Эквиум. Потому что вице-президент – это почти президент, но ответственность гораздо-гораздо ниже, друзья. Поэтому вице-президент – это круто. Итак, Антон Катков, Самара! Победитель! Встречайте! Победитель номинации «Вице-президент года» Антон Катков, город Самара, основатель международной IT-компании Mac Build Server. Для вручения награды мы приглашаем президента самарского чаптера Наталью Богданову, основателя компании Top Level. Ваш аплодисмент. Всем привет, я не Антон. На самом деле, меня зовут Наталья, я лидер самарского чаптера. Знаю Антона очень близко, он в моей форум-группе. Могу сказать, что согласна, это абсолютно его победа. Я прямо сейчас закончу и позвоню ему, поздравлю лично. Я очень рада за него, и, к сожалению, он не смог приехать, но ему будет очень приятно. Спасибо большое, ваши аплодисменты Наталье, Антону. Борису, сейчас Илье, вы скажете, допустим, три... Да, трех достаточно. Три случайных... Слова. Три случайных слова. И смотрите, и ты объявишь номинацию «События года» под бит. Все верно, Коль. Все верно. Используй эти слова, я соберу слова. Так. Банан. Банан. Вы проголодались. Понял. Отлично. Так, банан, Илья. Бананы. Банан? Еще. Эквиум. Возьмем Эквиум? Ну, после банана давай. Хорошо. Возьмем. Так. Штайгер. Шванштайгер. Покажите мне этого человека. Это вот девушка. Банан. Банан, Эквиум и Шванштайгер. Ну ладно. Это футболист. Это футболист. Это футболист. Это футболист. Шванштайгер. Не надо ничего менять, я профессионал. Ты готов, друзья? Поддержим только Илья Шалашов. Сейчас будет вручена следующая награда. Я уверен, что каждая личность в этом зале этого будет рада. Скоро, кстати, уже выйдет L1, но пока что первое слово – это слово «банан». Ребята, первое слово все довольно-таки просто, но он не повлияет на точку вашего роста. А Эквиум – это да, это значит однозначно. Ребят, пошумите, а то тихо и прозрачно.
Можно еще, еще немного. Буквально одно слово осталось, ей-богу. Все просто будет, но оно непростое. Но ладно, ребята, оно того стоит. Швайнштайнгер хотела меня запороть, но тут не получилось. Рэп вышел вот так вот, я. Мы будем заканчивать, и следующая премия уже буквально слетает с моего имени, яу. Мы продолжаем, следующую признаю премию. Яу, мне важно ваше мнение, все ли нормально, и вас хорошо мне слышно. Да, пошумите, ну-ка, девчонки, парнишки, все хорошо. Какая бы ни была погода, следующая премия – это событие года. Илюк, для первого раза вообще. Класс. В номинации «События года» представлены. В номинации «События года» представлены. День рождения «Эквиум» в Стамбуле, Москва. Волжский детокс, выездная сессия, Самара. Горы, люди, традиции, открытие, Дагестан. Сысерть, выездная сессия, Магнитогорск. Культурный чил, выездная сессия, Санкт-Петербург. Байкал, природа, люди, глубина, выездная сессия, Екатеринбург. Ну что, прежде чем мы огласим итоги, вообще позовем важного человека, я должен сказать, как человек с Урала, Сысерть. А не Сысерть. Ну ничего, мы научим этих столичных знать наши региональные города. Итак, для вручения награды в номинации «События года» я с большим удовольствием приглашаю на сцену клипмейкера, сценариста, режиссера фильмов «Лед», «Майор Гом», «Чумной доктор» Олег Трофим! Олег! Друзья, спасибо большое. Правда, очень приятно оказаться здесь. В компании, ну вот, очень интересных людей. Я, позволите, минутку возьму слово. Кино, так нас учили, это величайшее из искусств, потому что оно включает в себя все существующие виды искусства. И живопись, и музыку, и балет, и театр, и даже маркетинг – это тоже искусство. Ровно так и киноиндустрия включает в себя бесконечное количество бизнесов. И сегодня российская киноиндустрия находится в очень интересном состоянии. Мы растем. Российские кинокартины собирают миллиардные кинопрокаты в нашей стране. Конкретно наш фильм «Майор Гром, Чумной доктор» по итогам 2021 года вошел в топ-20 всех фильмов, которые смотрели люди по всему миру на платформе Netflix. Это крутой результат, это здорово. И я думаю, что нам в киноиндустрии очень нужны талантливые, смелые, наглые и сильные люди. А таких здесь, кажется, собралось достаточно. Ребята, давайте в кино. Там есть чем заняться, там вообще ни разу не будет скучно. И, конечно, это будет опасно. Победитель в номинации «События года». День рождения «Эквиум» в Стамбуле, Москва. Пошумите все, кто помнит это. Егор Евланников, я приглашаю тебя забрать эту премию как организатора той самой тусовки в Стамбуле. Аплодируйте все, кто там был, кто помнит, что мы еще в самолете захватили эту страну, этот город. Всем, кто понял двухчасовой танцевальный баттл. «Эквиум» мы встречаем вместе в Стамбуле, что никакие внешние причины нам не мешают встретиться. Очень круто увидеть всех в одном месте, всем нам из разных чаптеров, из разных регионов познакомиться, пообщаться, пообниматься. Ведь только здесь ты можешь подойти к абсолютно любому предпринимателю и сказать: «Привет, давай знакомиться, давай общаться». Нам сегодня исполнилось 5 лет.
Мероприятие очень крутое. Собралось огромное количество интересных людей, интересных предпринимателей. И я считаю, что цель достигнута, потому что чем больше мы обогащаем друг друга информацией, опытом и знаниями, тем сильнее мы растем, быстрее растем. И не только сообщество, но и каждый из нас, его окружение и его бизнес. Поскольку мне довелось выйти на эту сцену второй раз, как Коля сказал, что я хранитель ценностей Игоря Рыбакова, не так много людей сюда выходило два раза сегодня вечером. Один из них Игорь Владимирович Рыбаков. Видите, я, в общем, выдерживаю концепцию. Если честно, как бы хитрая номинация. И чтобы вы понимали, я здесь, на этой сцене, я мероприятиями занимаюсь, мне кажется, лет 15. И бывают разные мероприятия. Бывают мероприятия, когда приглашается артист, например, диджей или кто-то выступает. Приходят люди, платят билеты, за билеты деньги, там танцуют, веселятся, уходят. Это один тип мероприятий. Но в Эквиум это совершенно другие мероприятия. 90% успеха мероприятий, которые проходят в нашем сообществе, это те люди, которые присутствуют на этом мероприятии. И если честно, здесь даже половины нет мероприятий, которые достойны получить эту награду. Они все уникальны. И Оскар рассказывал вчера про мероприятие, которое было у Магомеда Али. Там 6 человек. И это невозможно сравнивать мероприятие вообще. Это, ну, такая, на самом деле, премия, друзья, не знаю, может быть, единственная из всех здесь представленная, но это премия наша с вами всех, каждого из вас. Потому что на всех мероприятиях Эквиум основная ценность, и вообще Эквиум — это что? Люди. А мероприятие — это всего лишь форма, в которой эти люди могут встретиться друг с другом. Поэтому, друзья, я хочу попросить вас поаплодировать друг другу, потому что это ваша премия, и она будет стоять просто в офисе Эквиум. Имейте в виду, что это каждого из вас. Спасибо. Спасибо большое, Егор. Итак, номинации «Лидер года» представлены. Внимание на экран. Номинации «Лидер года» представлены. Евгений Осиновский, Ставрополь. Максим Сунозов, Нижний Новгород. Магомед Али Багандов, Дагестан. Бауржан Талиухан, Казахстан. Милана Левченко, Татьяна Демина, Максим Молчанов, Оренбург. Концебовский Дмитрий Кузьминов, Крым. Айдар Гемадеев, Татарстан. Тарас Кажанов, Йошкар-Ола. Татьяна Чайка, Магнитогорск. Илья Сидоров, Москва. Дмитрий Котов и Евгений Гроза, Новосибирск.
Наталья Богданова, Самара. Иосиф Марковский, Санкт-Петербург. Василий Пашин, Ульяновск. Роман Фингель-Курц, Краснодар. Руслан Гелязов, Екатеринбург. Вадим Щербак, Ростов-на-Дону. Для вручения номинации «Лидер года» мы приглашаем президента бизнес-сообщества «Эквиум» Илью Руднева! Отличное имя. Я завершаю фактически, да, и хотел бы, пользуясь случаем, еще раз поздравить всех тех, кто стал победителем данных номинаций. Вы настоящие ролевые модели для нашего сообщества и для вашего окружения. Давайте еще раз им похлопаем, потому что они достойны этого. Друзья, вы знаете, сегодня очень много мы говорили про отношения. Давайте вот представим, Эквиум – это мозг. Вот представьте, и возможности мозга просто неограничены за счет нейронов, которые есть в голове. Представляете, что каждый из вас – это нейрон. Только от взаимодействия друг с другом нейроны начинают осуществляться такие плотные связи. И тогда мозг становится еще более неограниченным. Так вот, я предлагаю нам, узнаете, этот год следующий посвятить тем же отношениям. Мы будем их развивать. И каким будет Эквиум, целиком полностью, в общем-то, зависит от нас. Эквиум – это мы с вами. Вы знаете, я тот человек, который переводит опыт в действие. Я прошу вас сейчас, друзья, просто рядом сидящие, возьмите за руки, вот сидите рядом, вы все не случайно оказались рядом, возьмитесь, просьба, и просто поблагодарите друг другу за что-то, поблагодарите. Просто скажите слова благодарности друг другу. Прям скажите, это очень важно, друзья. Давайте сегодня запускать импульс того, что будет происходить с Эквиум. Эквиум, это племя, это семья, это нейронные связи, это, понимаете, и важно, все вы, наверное, помните, что значит Эквиум. Эквиум – это спутник, и я хочу... И очень надеюсь, что мы станем друг для друга спутниками. И чем будем активнее друг к другу, тем больше будет нейронной связи, и тем мощнее и устойчивее будет наше сообщество, друзья. А вы знаете, я хочу еще одну вещь сказать, друзья, что лидер года, фактически основатели, это существенное отличие нашего сообщества в том, что у нас есть основатели регионов. Такого нет ни в одном сообществе. Это те люди, вот вчера Оста сказал, что, ну, вы волонтеры, назвав так лидеров, основателей сообщества. Реально это волонтеры, которые выделяют время, деньги, силы, энергию для того, чтобы развивать предпринимательство в регионе, для того, чтобы становиться ролевыми моделями. Я очень рад, что в 2021 году мы открыли 7 новых чаптеров и 10 новых основателей поверили и связали свою судьбу с Эквиум. Я прошу встать, вот эти 10 человек, и просьба, если вы здесь, вот 10 основателей, которые основали Эквиум в том году. Встаньте, пожалуйста, с супругами, с женами, с мужьями. Встаньте. Важно, чтобы вас видели. Кто вы? Вставайте. Друзья, я хотел бы, чтобы в новом году фактически складывается такая ситуация, что... Спасибо Руслану Гелязову, команде Екатеринбурга. Нет, это значит, что мы вообще делаем уникальную вещь, что Руслан своей командой в ближайшее время создаст 3 новых чаптера из резидентов Екатеринбурга. Ребята, встаньте, кто вы? Илья, Саша,
Кнат, встаньте. Если вы здесь с супругами, давайте поаплодируем тем людям, которые поверили, выросли, и сейчас они будут открывать новое сообщество. Это очень круто. Знаете, это такая тенденция, когда чаптеры воспроизводят новые чаптеры. Это уникальный опыт, друзья. И я хочу сказать, что давайте все встанем, все, вот все основатели. На самом деле мы даже не понимаем, куда мы идем. Я надеюсь, что мы как основатели вписали себя в историю. Это, возможно, будет лучший опыт, который был в нашей жизни. Нам будут гордиться дети, внуки. Давайте похлопаем основателям. Спасибо вам за то, что вы сделали. И сейчас я объявляю, это Иосиф Марковский. Победитель номинации «Лидер года» Aquium Awards 2021. Иосиф Марковский, город Санкт-Петербург. Основатель компании «Мир детям». Это второй по величине чаптер в Эквиуме. На сегодня в чаптере 100 резидентов и 85% продления членства в клубе. Друзья, спасибо большое, что посчитали, что я действительно являюсь достойным такой награды. На самом деле хочу сказать, что не только я, моя команда, мои девчонки, те, которые трудились, не покладая рук, скажем, чтобы достичь, чтобы больше у нас стало в чаптере предпринимателей, интересных предпринимателей. Все вы знаете, что у нас жесткий отбор, что мы берем не всех. Поэтому те, кто сейчас у нас являются резидентами нашими, все ребята избранные. И не только у нас, по всей России, во всех чаптерах. Мы берем именно тех, кто достоин дальше развивать, делать мир лучше. То есть мы на самом деле создаем некий параллельный мир, который можем интегрировать дальше уже в существующий мир. Вот. И каждый, как все говорили до меня, то есть является ролевой моделью, моделью влияния. И чем больше нас будет, чем больше будет нас таких с ценностями, тем больше мы сможем повлиять, в общем, на мир. И не только в России. И мы это уже делаем, и будем двигаться дальше для русскоязычного населения на территории всей нашей земли. То есть мы должны двигаться вперед и всех объединять. И хочу, конечно же, разделить эту премию со всеми лидерами. Приглашаю всех сюда подняться. И чтобы все вы поаплодировали. Все лидеры регионов, выходите сюда на эту сцену. По традиции уже Иосиф разделит ее. Хочу одну вещь пожелать. Вы знаете, вот прям очень важно. Вот это такой ДНК нашего сообщества. Вы знаете, друзья, в сентябре у меня заканчиваются полномочия. Вы знаете, я парень с села, и мне удалось стать президентом. И я думаю, каждый из вас сможет и достоин в дальнейшем взять этот пост. Друзья, давайте поаплодируем нам, потому что, ну, ряд, поаплодируйте, потому что это вот сила, на чем держится Эквиум. И потом, может быть, когда вот они выйдут, ну просто поблагодарите, подойдите, скажите добрые слова, потому что это реальный труд, это волонтерский труд, это такие, знаете, вот желания искренние, которые исходят вот от нас, и мы хотим чего-то большего, чем есть. Мы не согласны на это. Мы любим предпринимательство и объединяем вокруг себя настоящих, ценных, мощных предпринимателей, объединенные одной ценностью. Спасибо вам, спасибо большое. Спасибо большое вам тоже. Победитель, лидер года, Иосиф Марковский и все лидеры чаптер Эквиум. Спасибо вам большое. Ребят, всем добрый вечер. Я хочу ввести одну прекрасную традицию в нашем клубе.
Все знают, что в прошлом году наш чаптер получил премию «Открытие года». Я считаю, что будет круто, если каждый год «Открытие года» будет передаваться чаптеру, который сделал круче. Такой своего рода, знаете, кубок Стэнли Эквиума. И я хочу передать свою прошлогоднюю награду «Открытие года» чаптеру «Сибирь» Женя Гроза, Дима Котов. Это вам. Прекрасная преемственность. Спасибо вам большое. Спасибо, прежде всего, за доверие к Илье Рудневу. Спасибо за клуб, основателям клуба Игорю Рыбакову, Оскару Хартману. Большое горячее спасибо. Вообще мы в Сибири люди немножко жадные до нового. И вот то, что к нам в Сибирь пришло вместе с клубом, мы хотим увеличить, сделать больше, жарче, сильнее. Хотим X10, хотим Play School, хотим, чтобы все было у нас. Ну, жадные люди, что сделать. Всем спасибо. Спасибо, спасибо вам большое. Что ж, провожаем аплодисментами. Да, спасибо. Я бы хотел поблагодарить всех, кто здесь сейчас присутствовал, был свидетелем того, что происходило, потому что это и правда действительно важно. Можете поаплодировать сами себе, ребята, вы все молодцы. Это было правда. Здорово. Я хочу вам сказать о том, что мы увидимся все в 2022 году на премии Эквиум Эвардс, и сейчас я считаю, что шоу должно продолжаться. Шоу должно продолжаться, абсолютно верно. Шоу must go on. Spaces, what are we leaving for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are living for? Another hero, another Mandel's crime. Behind the curtain, in the past does anybody know? Won't take it anymore. Show must go on. Show must go on. Yeah, yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Ну что, друзья, давайте поаплодируем всем, кто был на этой сцене. Как мы и обещали, у нас через 20 минут наш хедлайнер, которого многие из вас много ждали, а я точно, L1 на этой сцене! Оскар, добрый вечер. Скажите, о сегодняшнем вашем выступлении мы услышали главный ваш посыл, это про объединение. Скажите, как вы видите его лично? Я думаю, переплетение происходит, когда люди встречаются один на один. Надо много встреч один на один делать. Дальше есть встречи в маленьких группах, 5-10 человек, когда люди встречаются, чтобы решить какой-то вопрос, либо делают форумы, либо какие-то походы в баню, да, там неважно. И есть такие большие мероприятия, как сегодня, 500 человек, есть мероприятия посредние. Мы делаем еще проекты, мы делаем что-то вместе, мы организуем такие мероприятия, но мы делаем много другого. Импакт-проекты, делаем инвестиции вместе. Чем больше мы делаем вместе, чем больше вот таких встреч, чем более плотные становятся вот эти переплетения, и чем более интимные становятся отношения. Имеется в виду честные, то, что сокровенные,
И для этого очень важно. Это очень важно. Это происходит и так случайно. Но надо этому способствовать, создавая вот такие яркие моменты, пиковые опыты. И в сердце всего стоит доверие, уважение друг к другу и равный статус. Когда люди одного статуса, это все происходит намного быстрее. Несомненно. Скажите, Оскар, поделитесь, может быть, двумя главными достижениями за 2021 год. 2021 год был очень успешный. Мы только за четвертый квартал продали 3 компании портфельные с очень большими оценками. Это был очень, очень большой успех. Да. И, в принципе, в моей индустрии 2021 год был просто самый успешный год за всю историю, если так сказать. Да, это большое достижение. И потом установили мировой рекорд, самый длинный подкаст в истории. Тоже такое яркое событие. Какой совет вы бы дали начинающим предпринимателям? Мы в Эквиум любим говорить только про опыт, не советы давать, да, а опыт. Мой опыт такой, что когда я был начинающим предпринимателем, вот у меня была какая-то идея какая-то, ты находишься в самом начале, но ты уже предприниматель, значит, ты уже начал, ты уже пошел, да. В этот период все усилия, максимум всего, что есть, уходит в реализацию своего проекта. Да, и это нормально. Я не думаю, что Эквиум – это самое лучшее время для самого начинающего предпринимателя. Вначале нужно сделать исполнение своей мечты, да, вот первый прорыв, первое, сделать то, что было в твоей голове реальностью. Это требует сумасшедших усилий. Это практически несовместимо ни с чем с другим. И только потом уже, когда потолок, когда уже есть больше, когда появляется одиночество предпринимательское, тогда правильное время вступить в клуб. Но для начинающих предпринимателей нужно создавать первые свои успехи. Совет эквиумцам. Да, что вы могли пожелать Эквиуму и всем участникам? А я желаю всем прожить этот год с максимальной энергией, чтобы хватало на все проекты, потому что все, кто Эквиум, уже есть больше проектов только, чем свой бизнес, да, чтобы хватило энергии на проекты, новые отношения строить, чтобы новые люди появлялись в жизни, чтобы новые какие-то интересные проекты появлялись, кроме бизнеса, и чтобы на это все хватало. Надо много-много энергии. Это то, что я всем желаю. Спасибо вам большое. Не буду вас задерживать. Хорошего вам вечера.